Всем привет! Я сегодня была на рынке и купила гравюру. И она с котиком. И я сейчас ее буду открывать. Тут инструкция сзади нее есть. И начинаем! Мне уже не терпится ее открыть. Я достаю. И она... Ой! Здесь... Вот такая вот палочка есть. Это, наверное, чем вы водите. Тут даже для колпачка есть. Очень классно. А еще что тут здесь есть хотя бы? Ну да, есть. Это вот такая вот инструкция. Тут еще я хотела показать вам, что здесь... Есть другие рисунки. Вот тут есть два котика. Один котик. Но здесь нарисован один... Ну, у меня один котик. Вот что получилось. А тут на портрете два котика. А у меня должен получиться вот такой котик. А других никаких. Сейчас я буду... Нотик. Ну вот. А потом я дальше буду доделывать его сама. И всем пока-пока.